привет и добро пожаловать в новую рыболовную серию. Сегодня я решил, в общем-то, прийти на Ливадийский пляж и попробовать здесь половить на дальний заброс. Не знаю, правда, ребят, что из этого получится, но думаю, что-то да получится. Так как слухи есть, поэтому для начала мне нужно пойти набрать пакетик гальки. Вот, потом разложить снасти. Собрать монтаж. В общем, ребят, вот такая вот оснастка. С 0,5 лески. И поводки у меня 0,3. Это из-за того, что если даже зацеп лишится крючка, но никак не самого груза. И в принципе немного вам показать те снасти, на которые я буду ловить. Сегодня я взял потестировать Nautilus. Модель называется Zen and Feeder. Также катушечка от Nautilus Kepler Feeder. Объем шпули 5000 с пометочкой S. S это уменьшенная шпуля. Вот так это она выглядит. Кому интересно, можете посмотреть на сайте. Ну и вот карповое удилище. Длина 3,60. Модель называется от компании Nautilus K10. А также катушечка Advent Pro 5000S. Это модель этого года. Тоже как бы мне подзашла. Кстати, фидер тоже тест до 150 грамм. Рост 3,60. В принципе, думаю, для моря самое то. В общем, кому интересно, можете перейти по ссылочке внизу в описании, может для себя что-то там и подберете. В общем, вот такой вот план действий. Ну а с вас, как всегда, лайк авансом приветствуется. Кто не подписался, самое время подписаться на канал. Также переходите по ссылочке внизу в описании ролика на телеграм-канал, где я выкладываю все самое первое. А также общаемся, делимся опытом. В общем, залетай, сами все увидите. Ну а я что, я погнал, короче, готовиться к рыбалке. Мы соберем фидер и будем щупать дно, есть ли здесь песочек. Но по разговорам песочек здесь присутствует, правда, на какой дистанции неизвестно. Я здесь на сапе плавал. По чистой воде, в принципе, песочек присутствует. Вот, надеюсь, в этом сезоне понырять с маской, с трубкой, и уже конкретно изучить морское здесь дно. Что здесь, как здесь? Так, где там у меня грузики? Здесь. Ай. Вот он. Быстренько навяжем. По слухам, рыбка здесь присутствует. Сам я здесь еще не ловил. Уж очень сильно хочется мне изловить хорошего трофея. Взял с собой подсак на всякий случай. Вот. Будем пробовать. Так, ну что, первый заброс. О, в клипсу. Это где-то метров 100. Значит, надо клипсу будет
отпустить. Ну, на том выбросе, конечно, есть песочек. Да. На таком выбросе есть. Вот, по песочку идет. Угу. Прыгает грузик. Вернее, как прыгает. Вязка идет. А вот здесь уже зацеп. Да, есть зацепики. А может, просто большие камушки. Прыгает. Блин, интересно, какое же реально здесь дно? Ясно. Там уже зацепы. Сейчас вот сюда попробуем, в эту сторону. Ну понятно, она с наживкой так лететь не будет, это 100%. Но хотя бы иметь какое-то понятие. Что, еще не упал груз, что ли, так глубоко? 65 грамм. Слушайте, ну в этой стороне намного лучше, я так вам скажу. Вообще вязко-вязко идет. Так, надо запомнить. Ага, вот так вот надо их и кидать. В принципе. Здесь намного дно поприятней. Угу. Ну, в общем, понятно. Идет. А вот он и зацеп. Вот он и зацеп. Ну что, будет как будет. Посмотрим. Повесил кальмарчиков. Сейчас первый заброс.
Будут ли там зацепы? Или не будут? Какое у нас там дно? Ну, вроде там дно, как были небольшие такие маховички. Что там на самом деле? Хрен его знает. Ну, вроде подтягивается. Вроде стоит. Вроде тянется. Вот так. Первая, по-моему, пошла нормально. Все, пускай стоит. Колокольчики, покемончики. Сейчас как даст сразу. Вот это будет хохма. Собираю карповичок. Карповик, конечно, я буду кидать через перчатку. Но палечниками я не пользуюсь, потому как я не чувствую леску. Огромнейшие кольца. Двухчастник. Двухчастники, конечно, и кидают сами по себе хорошо. Так, фрикцион затянут хорошо. Все, собираю я оснастку. Сюда я буду ставить, наверное, кусочки рыбы. Небольшими кусочками. О. Все. Пока палочки стоят, пока тишина, еще не вытаскивал, не знаю. О! Ну, чё, еще один рыбак идет. Нет! Пока не клюет. А я как полчаса только закинулся. Здорово. Ну, видишь? Сидит, какая ждет уже. Котяра ждет, да? Так, не подходи к рыбе. Не подходи, говорю. Ребята, клюет. Клюет. Попустила. Рыба, кальмар. Рыба. Есть. Не матюкайся. Я так не играл. Кого-то, короче, тяну. Я еще не закинул, а ты уже закрыл. Ну так, а что делать-то? Блин, нифига себе. Вот это да. Лис? Не знаю, еще не вытащил. Первая поклевка. Слушай, ну это уже радует. Не, нету никого. Или есть? Нет. Нету. Сошел? Угу. А был.
А был. Глянь, какие шматки висят. Нам надо 100% сегодня карася ловить. Да кого-нибудь. Охренеть. Ну он был 100%. Ладно, перезакидываемся. Вот вам и карповик. Я-то думал, первый этот сработает. Ну блин, интересно. Да, надо, наверное, петлю чуть меньше сделать. А ну, Серый, ты вот так вот встал там? Да и вещи. И вещи. Чего? На узлу. Вроде. Да. Я, по-моему, скобу не открыл. Да не, ну оно ж полетело. Я скобу не открыл. Нету, ну поле. А, может быть. Это же оно улетело просто от того, что оторвалось. Смещайся чуть-чуть. Да. Да, лучше сюда. Вот это что-то я взял. Что, сход, что ли? Ну была, ты ж видел, палку загнула. Сход. Что ж там загад? Сход. Какой-то негодяй. Ты прикинь, а он был. Масть прет. Манюня попался. Серега, ну с почином. На этот самый, на креветку или кальмар? Да, креветка. Креветка? Ага. Охренеть. Сырая. Отпускаем. Ой, сейчас и кот нырнет еще. Кот и ерш. Как же ж хочется покушать, да? А он, зараза, колется, жует его. Ай-я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 й. Ну нет другой рыбки. Кушай пока ее. Вот эта кошка. Сейчас домучает ерша. Крути-крути, чтоб не завело. Да. Говорила. Подержи, может, выведет. Сидит там. Угу. Отпусти, отпусти шнур. Отпусти, может, выведет она же. В обратку потянет, когда выведет. О! Пошел, ебать! Не матерись. Да подожди ты! Пацак.
Тогда я хоть посмотрю, кто там. Все равно, если такое крупное. Ну это Колканыч, по-моему. Это... Подержи, он выедет там. Это Колканыч. Или огромный лист. Да не, он так не ведет себя. У меня уже рука отсыхает. Уже близко. Вот он. Давит собака. Не могу поднять его. Кот. О, петух. Фух. Ребята, лайкосик. Ля, у меня аж руки трусятся. Красава. Поздравляю. Есть. Красавчик какой. Вообще именно. А, вот так он еще и звуки издает. Слышишь? Ага, хрюкает, слышь? Ага. Вот он, ребятки, какой попался красавчик. Вообще жестяк. Серый, твои впечатления? Вообще классный штат. На память, ребятки, такую красотку подснять. Блин, у меня аж ноги трусятся. Ой, какой красивый. А тебе такого, он тебя сожрет. Тату у меня. Так, народ, отпускаем его. Вот так, пошел. Народ, что-то я поймал. Нет, карась. Ух ты, какой хороший. Горбыль. Так, вот так не будет она нам мешать? Не. Только надо будет... В общем, народ, рыбалку завершил, рыбалкой кайфанул от души. Хреново то, что у нас не было с Серегой наживки, как бы и такое вот. Ну и плюс то, что здесь надо знать, куда бросать. Туда ближе к сотке, как бы, дно хорошее, идеальное, но есть кое-где зацепы. В общем, что у нас сегодня из улова? Два горбыля отпущенные и этот петух тоже отпущенный. Короче, сюда загнал, оставил косяк этой анчоуса, пытались поймать двух штучек и все на живца. Так что, кому понравился такой видеоролик, не забывайте ставить пальцы вверх, подписываться на канал, ну и оставлять ваши комментарии. В общем, всем добра-бобра, пока увидимся в новой серии рыбалки. Не забывайте переходить по ссылочке на телеграм-канал. В общем, всем пока.